цель – это быть балериной, профессионалом своего дела, актрисой. Я к этому долго шла. Спасибо огромное фонду первого президента, потому что какой-то стимул есть расти. Я знаю, что я вкладываю очень много в работу, да, свою, и мне хочется дальше еще больше расти. Казахстанский балет наш очень даже развит. Нас приглашают за рубеж танцевать главные роли. Театр Бордо во Франции, я танцевала у них Ромео и Джульетту. То есть это уже о чем-то говорит, что наших казахстанских артистов приглашают. Весь мир уже знает про казахстанский балет, знает, что есть казахская школа, очень сильная, и они это ценят.